Бонд, как слышите? 007, прием!
Прекрати это! Come on.
опоздаю на встречу. Почему он еще жив? Он не должен нам помешать. Скажи имя. На кого работаешь? Никогда. Попробуем еще. Кто он? Кто тебя нанял? Мне нужно имя. Померов. Степан Померов. Куда он везет документы? Не знаю. Я сказал все, что знал. Прошу вас. Нет! Отпустите! Я больше вам не нужен! Это верно. Ну как, 007? Перехватили материалы? Нет. Ученый мертв. Но я знаю покупателя. Кто он? Померов. Степан Померов. Есть такой. Русский бизнесмен. Не имел, не привлекался. Никаких сомнительных связей. Согласно отчетам, он сейчас в Монако. Вылетает в Москву сегодня вечером. Отправляю досье и фото. Есть. Мне нужен надежный человек в Монако. Сейчас выдам контакты. Пусть задержит Померова до моего появления. Конечно. Что ж, вылетаю немедленно. Джеймс, не сразу вас узнала. Простите, мы знакомы? Николь Хантер, для друзей Ники. Николь Хантер? Вы ведь ювелир? Для кого-то я просто тусовщица. Рад встрече, Николь. Не опоздайте на рейс. Вообще-то я от М. Заманчивая и приятная неожиданность. Поехали? Машина вон там. Неплохо. У друга взяла. Сядите за руль. Мне спокойнее, когда ведет мужчина. Что вам известно о Померове? Ой, он бабник. Но для русского олигарха очень мил. Нефтяные скважины, алмазные копи, личный Боинг 737 и, конечно, весь отделан золотом. Вы встречались? В этом мире всего 6 мужчин, с которыми стоит встречаться, и с половиной из них я уже знакома. Поверните. Ладно. Если без шуток, он поставляет химикаты для обработки золота и серебра, которые нужны мне для работы, и он предложил мне открыть бутик в его новом казино в Монако. Он купил казино? Угу. Это еще одна модная фишка олигархов. Как жена-супермодель. Итак, я убедила его отложить вылет в Сибирь. Там он держит жену, чтобы она не спустила все его деньги. Встреча в переговорной. Вам хватит времени, чтобы проникнуть в его кабинет и взломать сейф. Отлично. А как вы... Попала в постель к МИ-6? Можно и так сказать. У меня же идеальное прикрытие. Показы мод, бутики, фотосессии. Я езжу по всему свету, не привлекая подозрений. М вас нашла? Не совсем. Как это не совсем? Ну, у меня была одна небольшая проблема с налогами. Небольшая проблема? И еще с таможней. Партия бриллиантов. Вот значит, как девушки из высшего общества попадают в МИ-6. Да, Джеймс. Но поверьте, когда надо, я могу быть здравомыслящей. Высадите меня у входа в казино. Надо привести себя в порядок. Отправлю вам сообщение, когда он соберется уходить.
для идеального вечера. Когда-нибудь бросал монетку на желание? А зачем? У меня уже есть ты. Фейерверк изумительный. Поразительно, тут так тепло. Джеймс, все в порядке. Померов уже идет ко мне. Так, я иду через сад. Включите жучок. Хочу знать, где вы. Секунду. Все, включила. Так, теперь вы отвлекаете Померова. Если он что-то заподозрит, поднимет тревогу в казино. Это ясно? Спокойно, Джеймс. Я умею находить подход к таким, как он. Фейерверк изумительный. Отряд «Браво», где вы? Это «Браво», сектор 14-Б. Альфа, готовы заступать на пост? Вас понял, Чарли сдает пост. Смотрите в оба. Сегодня приказано патрулировать парк. Вас понял. Командиры группы, убедитесь, что все на своих местах. А? Приказ.
Следите за территорией. Сегодня праздник. Пьяные туристы могут попытаться сюда залезть. Есть, сэр. Вперед! Джеймс! Джеймс! Памиров не пришел. Что делать, если не появится? Действуем по плану, Николь. Ждите. Он может опоздать. Вы должны сыграть свою роль. Ладно. Я постараюсь. Мне пора. Джеймс. Джеймс.
Джеймс! Джеймс! Памиров не пришел. Джеймс! Джеймс! Памиров не пришел. Что делать, если не появится? Действуем по плану, Николь. Ждите. Он может опоздать. Вы должны сыграть свою роль. Ладно. Я постараюсь. Мне пора. Браво. Доложите обстановку. Отряд Браво. Закончили осмотр сектора 12. Все тихо. Вас понял, Браво. Отправляйтесь патрулировать сектор 3. Вас понял. Браво, в секторе 3. Доложите обстановку. Отряд Браво. Закончили осмотр. Есть тут кто? Огонь! Доложите обстановку. Отряд Браво. Закончили осмотр сектора 12. Все тихо. Вас понял, Браво. Отправляйтесь патрулировать сектор 3. Есть тут кто? Вас понял, Браво. Стреляйте! Ладно, сейчас докурю и уйду на перерыв. Смотри, не перетрудись. Видел новую помощницу босса? Да, быть русским миллиардером не так уж плохо. Что?
Подкрепление. Надо остановить его. Убейте его.
ваше местоположение. Отвечайте, где вы? Проходи. Итак, Николь, я в казино. Отвлекайте Померова, пока я буду искать. Хорошо, Джеймс, но... Так, вот он. Приятно услышать похвалу. Откуда у вас эта картина? С ума сойти. Я мечтала приобрести ее. Эй! «007, чтобы открыть этот замок, вам нужен код. По всей видимости, он разделен между тремя охранниками казино. У каждого находится лишь фрагмент. Их расположение у вас на смартфоне. Просканируйте их карты доступа, соберите код и войдите в лифт».
Один есть, 007. Еще один Бонд.
Я помешан на безопасности. Ну, понятно. Кто-то есть. Взять его! Потеряли бойца! Потеряли бойца! Я пуск! Сюда! Продолжайте вести огонь! Все, 007. Теперь у вас есть все данные для доступа в лифт Померова. Посылайте подкрепление!
Вы-то лучше всех понимаете, милый Степан. Чтобы сорвать джекпот, нужно решиться издеваться. Нет риска, нет и денег. Что это? Ваш счастливый билет. Этот замок вы взломать не сможете. Другая система. Найдите иной путь внутрь. Что еще? Только ответ. Да. Уж вы-то лучше всех понимаете, милый Степан. Чтобы сорвать джекпот, нужно решиться издеваться. Нет риска. Все привлекательно. Но что будет при свете дня? Степан. Сколько, Николь? Уж вы-то лучше всех понимаете, милый Степан. Чтобы сорвать джекпот, нужно решиться и сделать ставку. Нет риска, нет и денег. Что это? Ваш счастливый билет. Серьезно? Вполне серьезно, Степан. В чем была цель исследований? Я же сказал. Мы изучали сибирскую язву и черную оспу, чтобы создать вакцины на случай применения биологического оружия. Что? Только вакцины? Не искали возможность боевого применения вирусов? Нет. Нет? Тогда почему материалы зашифрованы? Я объяснил. Я работал дома. Говори, какой пароль в флешке? Дай мне ключ к шифру. Хватит. Не надо. Я скажу. Это мой телефон. Мой. Не пускайте его. Пакет у нас. Кто в кабинете? Thank you.
Николь, где вы? Я снаружи. В чем дело? Казино закрыли. Быстрее подгоните машину ко входу. Что вы задумали? Есть идея, как выкрутиться. Thank you.
Джеймс, я в машине перед казино. Где вы? Я уже иду. Готовьтесь ехать.
Вот, сухой, как любите. А что у вас? То же самое, как вы. Не люблю дамские коктейли. Бонд, слышите? Да, Эм, слышу. Николь, вы позволите нам с агентом поговорить с глазу на глаз? Я должна быть уверена. Конечно, разумеется. Мадни, что удалось найти? Мы перевели все документы, которые вы сфотографировали в офисе Померова. Большая часть из них – это счета на поставку сложного химического оборудования на старую фабрику химикатов в Сибири, где Померов недавно запустил производство. Все сходится. Они пытали Тедварда, ученого, чтобы он выдал им свои формулы. Он работал над вакциной от сибирской язвы для солдат. Хороший материал для создания оружия. Этого мы и опасаемся. Нет. Этого опасается весь мир. Отправляйтесь туда. Вы должны остановить Померова. Возможно, мисс Хантер поможет вам это устроить. Я с ней поговорю. Хорошо. Удачи, 007. Вы закончили? Мне нужно на сибирскую фабрику Померова. М считает, что вы можете помочь. Нужен самолет, транспорт на месте, связной и... Стойте, стойте, не так быстро. Мы с Померовым еще обсуждаем бизнес-предложение. И под этим прикрытием мы с вами легко попадем на фабрику. Разве мы? М просила помочь, не сопровождать. И как же иначе я дам вам шанс посетить Сибирь? Любопытно. Есть у кого одолжить самолет? Соедините меня с Рудольфом. Я даже не удивлен. Вам понравится. На борту душ, винный бар и огромнейшая круглая кровать. Да, подожду. Что? Почему вы так смотрите? Кровать и бар для вас, а я поведу самолет. Мило, что Рудольф одолжил нам машину. Это его не стеснит? У него их 6, не проблема. На что еще тут тратить деньги, кроме бриллиантов и часов? И зачем вам в это ввязываться? Не верится, что Померов может быть в чем-то замешан. Он был мне как родной. Въезд прямо по дороге. Помните, что я говорил? Все по плану, без фокусов. Дело серьезное. А они поверят, что вы телохранитель? Было бы странно, если бы вы явились без охраны. Да, Россия. Без охраны ни шагу. Хорошо. Ну что же, ваш выход. Остановите! Я пришла к Степану Померову. Он ждет вас? А сами-то как думаете? Мой охранник подождет меня здесь. Ему нужно перекусить. Поставьте машину вон там. Он пусть ждет в гараже. Спасибо. Сдайте оружие. У вас 5 минут, чтобы попасть в кабинет Померова. Потом подниму шум. Я справлюсь. В этом вся суть. Да. Извините, что отвлекаю. Нам удалось взломать сервер Померова и найти материалы исследований Тедварда, но скопировать их не успели. Скачайте материалы через центральный терминал в серверной. Думаю, получится. Как туда попасть? Отправил координаты вам на смартфон.